Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, как можно зарегистрироваться и записаться на прием к семейному врачу в Португалии. Для этого нам необходимо зайти на портал Министерства здравоохранения Португалии, который находится по адресу www.portaldesaude.pt. Я нахожусь на страничке уже этого портала. Прежде чем записаться на прием к врачу, нам нужно зарегистрироваться на этом портале. Нажимаем «Регишту» и нажимаем «Креар Регишту». Теперь мы должны заполнить необходимые поля. Это номер пользователя системы здравоохранения Португалии, ваш пароль два раза, ваше имя, дата вашего рождения, электронный адрес, телефон. Дату рождения нужно записать, выбрать из этой таблицы, которая раскрывается. Нажимаем на года, выбираем год, выбираем месяц и выбираем дату. Заносим наш электронный адрес. Заносим капчу, которая дана нам в этом окошке. И нажимаем «Креар Регишту». Вот написано, что мы были зарегистрированы на этом портале. После регистрации я опять иду на главную страницу портала Министерства здравоохранения. Опять иду в регистрацию. И уже в этой графе заношу номер пользователя системы здравоохранения. Заношу пароль, который я только что сделала, и нажимаю «Войти». Вот появилась страница, где мы можем уже записаться на консультацию Маркар Консульта. Здесь также написано, что подтверждение о записи нашей консультации придет нам на e-mail. Нажимаем «Маркар консульта», нажимаем «Новую педиду». У нас уже появилось имя, дата рождения и начинаем. Нажимаем на «Инисию». Нюар. Продолжение. В открывшемся окошке выбираем «Сауде адултуш» для взрослых членов семьи. Консультация. Продолжаем. Continuar. Здесь выбираем не primeiro horário disponível, то есть первое свободное время. Нам нужно выбрать другое, чтобы мы смогли выбрать тот период, который нам нужен для записи. Вот мы выбрали месяц июнь. Выбрав третью неделю, мы выбираем дату 20-е, пятница. Смотрим, диспонивл с часу до двух. То есть мы можем сделать запись, так как здесь написано, что голубые часики можем сделать. 19-е это праздник, и вот красненькие, там где крестик, то есть уже понятно, что мы не сможем. Значит, я тогда нажимаю на 20-е, с часу до двух, и нажимаем продолжить. Просят нас здесь подтвердить, проверить наши данные, которые мы заполняли раньше. Я проверила данные, все правильно. Теперь набираем капчу с этого окошечка. Вот на следующей странице у нас появился номер de pedido, наш номер, с которым мы зарегистрировались на нашу консультацию. Появилась дата и время, на которое мы зарегистрировались.
и центр Сауды, в котором мы должны будем пройти эту консультацию. В данном случае Сантежана, город Авейра. Еще хочу сделать маленькое уточнение. Когда я зашла на портал, я зашла в сервис уж во вкладочку, выбрала Центр де Сауде. Надо немножко подождать. У нас появится следующее окно, в котором мы тоже должны сделать выбор. Выбрать наш регион, где мы находимся. В данном случае это Авейра. Опять немножко надо подождать. И выбрать ваш район. В данном случае опять же Авейра. И уже выбираем именно район города, где вы проживаете. Вот в данном случае это была Санта-Жуана. И после этого уже производим регистрацию. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что информация, которую я сегодня с вами поделилась, будет вам полезна. С вами была Наталья Шевчук. До свидания.